Всем здравствуйте! Мы снова продолжаем проходить игру «Веселые бургеры». В общем-то, в прошлой серии мы остановились на том, то, что у меня не было тут каких-то вещей. Чтобы вы понимали, самая важная вещь — это клей и батарейка. В общем-то, я узнал, где их получить. Для этого, конечно же, нужны денежки. Да-да. Ну как там с деньгами? И это все можно получить на первом этаже. В общем-то, в этом торговом автомате. Вот клей. И батарейка вроде уже есть. Так, сейчас я попробую скрафтить очень хорошую штучку, которая поможет. Шёл ты нафиг. И сейчас все будет крафтиться. Знаете, что это? Штучка для того, чтобы взламывать двери. Я знаю, как ей взламывать. В общем-то, будут появляться зеленые лампочки, по которым нужно кликать вовремя. 9. Мое, тут лежит какой-то рюкзак. Вам не кажется странным, что тут нету потолков или полов? Хочу еще вот эту дверь взломать, поэтому сейчас пойду еще куплю компонентов нужных. Батарейка и клей. Да не случится со мной ничего, вот ты такой, потому что ты так захотел, понял? А я тут, блин, внимательно прохожу сюжетную игру. Потом... 9. Мне интересно, после этого можно ли будет пользоваться кодами без взломщика или нет? Я их не буду запоминать. О, какая комната игровая тут, ля. Гениальная подпорка. А, я думал, ты энергетик. Слушай, а ловко ты это придумал. Кофе, кстати, буст дает. И, кстати, все фигурки он собрал. Я их не могу забрать. Ну ладно, ладно. Я думаю, нам тоже нужно собрать будет все фигурки. Это, может, что-то даст. Он сдох, походу. Ну нахер. Ясно. Короче, с людьми происходит за какое-то время какие-то вещи плохие, они поэтому начинают становиться такими, как он. То есть он тоже человечком был когда-то. Ладно, мне бы еще вот такую штучку скрафтить. И пойду уже, наверное, исследовать комнату моего менеджера, который все говорит по рации своей. Есть. И уходим. Скипнем этот моментик, потому что долго идти в эту работу. А, нет, я поеду на автобусе. Не поеду на автобусе, я пойду сейчас в магазин, то мне нужно купить специальную вещь, которая продается только в магазине. Ну или что это, барахолка? Кстати, да, кто не смотрел первую часть, посмотрите, потому что, скорее всего, вы не поймете, что будет во второй. Вот этот магазинчик. Купил я на будущее это, нужно потом сделать кое-что, но не буду вам все спойлерить. Сейчас я взломаю кабинет начальника, а потом буду работать, как ни в чем не бывало. Потому что денег уже не так уж и много. А чё нельзя? Куда ты лезешь? Ага, ну вот это понятно. И ушел. Эй, дрить колотить, это я где? Ладно. Какие-то роботы, видимо, уже отбывшие свой срок. Буду идти по красному проводку. Я чё-то включил. Не нагнетайте, я не хочу тут бегать ни от кого. Ё-моё. Фух, засчастливиться? Ладно, я отсюда лучше выберусь. Я везде был уже, кстати. Пойду, в общем-то, опять работать. Так, вот. Давай, что? Куки, хот-пай и шейк. Ага, понятно. Кстати, что касается рюкзака, я не знаю, зачем он, если он не дает слотов дополнительных.
Новый заказ, шейк и 2 софт-дринка. Понял? 200 лет на твой музей не сдался. С таким оборудованием. Все правильно. Вы тоже это видели? Ой, у меня глюки какие-то. Вроде все. Fantastic Fowl Sandwich, Hot Pie, Salmon Nuggets. No lettuce. Lettuce это, наверное, капусточка. Латук, а, латук. Ну да, я так и понял. На, серьезно, ты не верил. А чё так быстро? А, да? И чё ты? 200 лет мне тебя не хватало тут. Откуда ты тут берёшься, а? Я тебя сейчас дам. Так, всё, идите-ка вы нафиг. Я всё уже. Можно я тут работать не буду больше? Kitchen light? Ужас какой-то. Да сейчас я пойду. Получается, в дом. И, скорее всего, может, уже рецепт какой-то есть. Так, я в здании. Да, вот он. Осталось только батарейку. Сейчас я куплю тогда батареечку. Сейчас я скрафчу бомбу. Пойду сразу в музей подрывать там все. Можно немножко выпить кофейка. О, так это я быстрый получается. Я флеш. Я сразу куплю будильник новый. Переносной беги, чувак, беги. Это что? Ладно, зачем я это купил? Пока что музей закрыт, поэтому я решил вернуться назад. И скрафчу еще одну бомбу и пойду взрывать то, что у нас находится опять же в бургерной. Это я тогда сделаю уже на следующий день. Конечно, с бомбой спать не очень, но что поделаешь. Но мне кажется странным, что когда я ложился спать, все двери были открыты. Ладно, окей, пойдем. Я настроен на подрыв. Разрывное устрою. Иду я, в общем, уже получается подрывать. Опять мусор. Я что, плохо работаю по-вашему? Зачем мусорить-то? Пока что не буду отмечаться. Ну, все. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Ой. Ладно. И долго ли я могу тут дышать? Ладно, наверное, мне скажут, когда я буду умирать немножко. Это бургерная под бургерной? Чё тут происходит вообще? Я воду спустил. Как мне через дверь выбраться? Ладно, вы представляете, я нашел бургерную под бургерной. Это вообще адекватно? Ладно, попробую внутрь попасть. Ой. О, тут секретный туннель. Это что такое? Я вообще об этом не знал. Я знал, что тут может что-то быть, но не настолько масштабное. Хотя это как будто микроверсия получается бургерной. Потому что все маленькое. Ну, в общем-то, тут ничего так-то и нету. Но есть вот этот вот секретный проходик. Мне очень интересно, что тут. Ой, как я не хочу ни с кем сражаться сейчас. У меня, конечно, есть бомба. Фигурка еще одна. Походу, все-таки придется собрать все фигурки. Это, наверное, цель игры. Их пор тут дырка в стене. Ладно. Это Чарли. Не очень хочется работать. Но я поработаю, наверное. Если что-то произойдет, я отсюда забегу через кирпич сразу на улицу. Музыка уже не радует. Что происходит? Вот что это теперь?
О нет, я не хочу этот играть в эту уже. Ой, блин. В туалете засор устранить. Что? Кто? Какой засор? Это что за бред? Куки, софт дрин. Это что такое? Там кто-то бегает. Кто это? Ладно, 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 не важно. Или важно. А это еще что такое? Поппин порк сэндвич. Поппин, я не сделал мясо. Откуда крысы? Почему у меня крысы тут? У меня оборудование отключилось вообще. Какие-то самолеты летают. Что это? Найдите живую крысу. Да это бред какой-то. Не печеньки. А, хот пай. Не куки, дура, блин. Что за самолеты тут? Я в War Thunder зашел. War Thunder. Только обновленный War Thunder. Нужно включить. Тут, короче, какие-то глаза бегают. И это бред какой-то. Вот это что такое? Возьмите мусор возле черного хода и вынесите его. Какой мусор? Куда я его вынести должен? Это бред какой-то. У меня сейчас котлета сгорит. Котлета сгорела. Тут уже, блин, не до готовки. Ну, пик хот пай. Спасибо. Ладно. Угу. И чего это такое было? Нафиг я вообще пошел работать. Бред какой-то. Короче, я посмотрел, что счастливица делать, но это, конечно, бред. Блин, так... У меня, кстати, бомбу забрали, я не знаю. Ладно, начну опять день, просто это такой... Капуцк полный. Мне тебя 200 лет не хватало. Всё я сделал. Куки, фрисов, дринк. Вот это кто? Угу. Fast, свинья. Это мучение, не работа. Не, я не буду работать тут больше. Купил я часы с батарейкой и теперь готов крафтить еще одну бомбу. Я спать. Котлетка прогнила. Бомбу скрафтил. Поэтому, скорее всего, уже музей открыт, наверное, я надеюсь. Сколько можно ждать? Я такого тут натерпелся. Я больше на эту работу не пойду. Да почему закрыто-то? Я не понял. О, хот-доги делать. Офигенно, блин. А можно я не буду работать тут? Все, на этом прохождение больше не будет, потому что нету смысла записывать дальше, так как у меня и так это растянулось на 2 месяца, я имею в виду монтаж видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Этот звук был записан на новенький микрофон HyperX. Пишите в комментариях, как вам звук. Всем пока.